поскольку это то, начинаю я, Николай, услышите, подтяните. Моя тематика в этот раз получилась как бы в обратном порядке, то есть начал с более поздних песен, почти самых свежих, и пошел по календарю в обратную сторону. Следующий блок — это из альбома «Там началось, ты живой». Толмачёв, стрежевой, Нижневартовск запасной, по заданию 2700, пассажиров 42. Командир летит вперед, связь ведет второй пилот. Николай шасси убрал и уснул давным-давно. Набрали 6600, подключай автопилот, сам летает самолет, ну и пусть себе летит. Командир журнальчик взял, повертел, перелистал, карандаш потом достал и стал разгадывать кроссворд. Я заполнил бортжурнал и газетку почитал, и затылок почесал, чем заняться бы еще. Я заполнил по расчету 2.05, время некуда девать, если б я умел вязать, я б связал себе носки. Николай спокойно спал, вдруг чего-то застонал. Очевидно, снится сон про несчастную любовь. Командир сегодня горд, разгадал он весь кроссворд. Дам ему советский спорт, там еще кроссвордик есть. Летели, как всегда, только врали привода, в результате все равно прилетели в стрижевой. Товарищ, когда послушал, он говорит, одно могу сказать точно, в советском спорте кроссвордов никогда не было. Наверное, в рётном календаре, там до сих пор еще февраль, зима не кончилась. А на перроне тает снег, и в самолет садиться мне совсем не хочется. Здесь ветер ласковый такой, а воздух сладкий, хмельной, не надышаться им. Но почему-то мы должны лететь сегодня из весны опять туда, в те города, где холода. Какая долгая зима, я от тоски сходил с ума, от одиночества.
Как надоели холода, порой казалось никогда, они не кончатся. Но зазвенели вдруг ручьи, и от чего-то воробьи так растрезвонились. А я так долго ждал весны, но почему-то мы должны опять туда, в те города, где холода. Как жаль, что нужно нам спешить, сейчас бы просто побродить по лужам солнечным. Послушать, как стучит капель, какой прозрачный нынче день, какой безоблачный. Но только это все мечты, и плавно начали винты свое вращение. Все встречи перенесены, мы улетаем из весны опять туда, в те города, где холода. Все встречи перенесены, мы улетаем из весны опять туда, в те города, где холода. Опять туда, в те города, где холода. Сегодня потрепала, помотала, поболтала, так что рвала, вырывала, что в руках не удержать, а мы изрядно попотели, покрутили, повертели, ну доехали и сели, слава Богу, что сказать. А когда вокруг сверкает, самолет во тьме швыряет, каждый сразу понимает, как он сильно хочет жить, пассажиров мы жалели. Как могли, как умели, то мы сами жить хотели, если честно говорить. Полет окончен, заторможены шасси и самолет. Устало крылья опускает, а на перроне теплый дождик моросит, и у стоянки нас автобус поджидает. Мы проходим между кресел, все в порядке, без эксцессов. И на лицах побелевших вновь улыбки запестрят. Очень рады пассажиры, что остались нынче живы. И нас за то, что не убили от души, благодарят. Наш рейс окончен, командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи. А на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж, наш рейс окончен. Командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи. А на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж, не создавайте у дверей ажиотаж. Рейс. Мы возвращаемся домой, острежевой. Опять закрылся полосой. У них тут снег, метель и ветер боковой. И хочешь спать, ложись, а хочешь песни пой. Но не взлететь нам с этой скользкой полосы. Теперь сидеть здесь долго, глядя на часы. Повисла над аэродромом тишина, и ночь темна, и перспектива неясна. Вполне возможно, здесь придется ночевать. И пассажиры поминают чью-то мать, а снег летит такой нарядный, но ему никто не рад, никто не рад, а почему?
пассажиров. Стюардессу не спасти, и к ней опять пристал какой-то нудный тип. И очень трудно не сорваться и терпеливо улыбаться. И гражданину не сказать, куда пойти, а снег летит такой пушистый, и ему и невдомек, что он сейчас нам ни к чему. Снег летит такой нарядный, но ему никто не рад, никто не рад, а почему? Ну вот и все. Опять вращаются винты на облака. Мы снова смотрим с высоты, они плывут сплошною серой пеленой, и где-то там, внизу, под ними стрижевой, а пассажиры мирно дремлют за спиной. Обычный рейс, мы возвращаемся домой. Тому, кто сам надеется на чудо,
нам лететь до той звезды и дальше от нее туда, где утро. А веки будто налиты свинцом. Как удержать натруженным глазам? А за спиною 35 персон. Им можно спать, а нам пока нельзя. Переучился с Як-40 на 24. Она такая коротенькая, шуточная. Это так удивительно, что вот в интернете я смотрю вот другие песни мои. Ну, люди лайки выкладывают, там, которые там 2, у кого-то там 8, 10, у этой 58. Для меня просто удивительно, потому что песня «Шуточная», «Самолет на 24». На самом деле, один из моих любимых самолетов. В принципе, я говорю, что они все любимые. Ну, это вот было написано на переучении в Кировограде. Я не знал, что так привык к машине этой фирмы «Як». Як-40. А на горбатом корабле мне все не то, и все не так. Не там буфет, не тот штурвал, и непонятно на черта. Я 3 турбины поменял на 2 винта, на 2 винта. Пусть возит больше человек, и пусть горючки меньше жрет, но не поднимется вовек на 7500 и 800. Конечно, в чем-то он хорош, и все ж не тот разбег, размах. Да и куда же ты попрешь на 2 винтах, на 2 винтах? Моему бортмеханику «Царство небесное». 4 года назад он ушел из жизни. Эту песню я, в общем-то, сочинил еще, когда он был живой. Мы с ним и не думали о вот этих скорбных временах. Вот. Просто как-то собрались мы с ним отдохнуть, попить пиво. Вот. За баночкой пивка. Вот там баночка тогда была 3-литровая. Этих баночек еще никто не знал. С тобой не пили пиво, наш самолет без устали летал, а жизнь разнообразна и красива, и в ней не только рудами штурвал, есть много в ней событий самых разных, бурлит она, как горная река. Давай мы с тобой устроим праздник и посидим за баночкой пивка. Бокал налит, и некуда спешить нам. Как говорится, хорошо сидим. Поговорим о бабах и машинах, и многое обсудим и решим. И незаметно, но закономерно, наш разговор в конце концов свернет на тему, коей преданы безмерно, на небо, на полет и самолет.
помню все, что с нами приключалось. Как ветер уренгой нас сдувал, как дверь у нас на взлете открывалась, как ты ее в полете закрывал, и как чуть было водка не пропала, и как чуть было не стряслась беда, когда в наш лайнер молния попала. Ты помнишь, как тряхнуло нас тогда, когда чуть-чуть не хватит нам с тобой. Ты скажешь, я же знал, она нужна, и извлечешь бутылку зверобою из кармана, которая была припасена. Как ты сумел об этом догадаться, не будет непонятно никому, и я не перестану удивляться умению предвидеть твоему, и я не перестану удивляться умению предвидеть твоему. Спасибо. Я вот на самом деле все время забываю, перед этой песней тоже надо вспомнить вот этот старый анекдот, когда, значит, погоды нет, а летчики сидят там где-то в резерве, не в резерве, там в комнате отдыхают, но руководитель полетов, значит, время от времени посылает помощник, говорит, иди посмотри, что делают, о чем разговаривают. Он приходит, говорит, ну, про машину что-то там, говорит, там, ладно, нормально. Так. Потом еще проходит там час-другой, говорит, ну-ка, пойди посмотри, что там делают. Да там про баб что-то вспоминает, да, так, нормально. Вот. Еще час проходит, говорит, ну-ка, скажи, что-то у меня неспокойно на душе, что делают? Там, что-то говорит про полеты. Блин, нажрались. Вот, что наш разговор в конце концов свернет на эту тему, да? Вот, вот тогда было бы логично. Тут, получается, я сначала спел, а потом объяснил. Ну вот, значит, бортмеханик мой Коля Буздалин, царство небесное, он такой был реально очень романтичная натура. И был такой случай, вот, в то время была популярная передача «Вокруг смеха», вел Александр Иванов, и там были различные пародии, помните, да? А, ну, кто-то помнит, кто-то нет. И вот пародии были на поэтов. И одна пародия очень Коле понравилась, там, значит, звучала она так, что-то «Веселый птичек, помахивая хвостик, насвистывает мой стихотворение», ну, то есть, Иванов взял там что-то стихотворение, ну и на него так его развил и сдал, помните, да? Вот. А у меня была такая зарисовка, я ее тоже раньше очень редко пил, но вот в связи с этой пародией, вот сейчас ее спою, а потом расскажу сразу пародию, которую Коля на нее написал. Вся жизнь как будто на двое расколота, и здесь и там есть только часть меня. А осень разбазаривает золото так запросто, нисколько не ценя. А осень разбазаривает золото так запросто, нисколько не ценя. Как стало вдруг красиво в старом дворике, укрыла осень грязь и наготу. Но слишком добросовестные дворники сметают в кучи эту красоту. Но слишком добросовестные дворники сметают в кучи эту красоту. Thank you.
жизнь как будто на двое расколота. И здесь, и там есть только часть меня. А осень разбазаривает золото. Так запросто нисколько не ценя. А осень разбазаривает золото. Так запросто нисколько не ценя. Ну вот. Тоже как-то в очередной раз там дома у нас посидели там с баночкой пивка там. Я ему эту песню спел. И так где-то через пару-тройку дней он приходит так с бумажкой и читает. Вот. Но он читал с акцентом, потому что вот и пародия была с акцентом. Поэтому я так вот насколько мне получится передать. В общем, вот. Жизнь дал трещин. Я жить стал иначе. Один здесь, другой там половин. Осень золото льет на какашка собачий, и цвет красный прет из рябин. Как красиво смотреть наша дворика. Вот всегда бы такая была. Только вида и вся портит дворника со своей поганой метла. Не писал моя грустная к мелодии, и стиха моя грустная не пел. Командира, прости за пародий. Мой обидеть твоя не хотел. Ну, я уже тут занимаю время. Заключительная песня в этом блоке в моем. Я первый раз в жизни полетел на самолете, вообще на 154, вообще на самолете, поступать в летное училище. Вот, и естественно, как все люди, которые первый раз летят на самолете, очень боялся, что самолет может упасть. Вот. И это все продолжалось до тех пор, пока не принесли это вот питание бортовое. Поели, все, как-то эти грустные мысли сразу ушли. Вот. Но вот в то время как-то вот даже не было мысли, что когда-нибудь будут ходить предлагать, вот что будете, там рыба, курица, мясо, там еще там, все. Курица была однозначно. Вот песня поэтому ей посвящается. В серебристом лайнере гомон оживление. Все откинув столики, с нетерпением ждут. Девочки в передничках с грацией в движении. Пассажирам курочку снова раздают. Сразу забывается грусть и невезение. И куда девалась вдруг прежняя тоска? Сразу поднимается наше настроение. И ярче светит солнышко, и краше облака. Мы взлетели вовремя, дальняя дорожка. Надо бы и летчикам пожевать чуть-чуть. Командир с механиком очень любят ножки, а второй особенно уважает грудь. Кто сказал, что курица будто бы не птица? Не согласен буду с ним, он ей богу врет. Как цыган без лошади, как Милан без пиццы, так вот и без курицы наш Аэрофлот. Несомненно, курица необыкновенная и неповторимая птица наших дней. В бортовом питании вечно неизменная, как звезда в измученной душе моей. Как звезда в измученной душе моей. И могу заверить вас, железобетонная, завтра так же, как вчера и позавчера, будет она самая авиационная, и в эмблеме нашей быть давно пора, и в эмблеме нашей быть давно пора. В серебристом лайнере гомон оживления, все откинув столики с нетерпением ждут.
Девочки в передничках с грацией в движении пассажирам курочку снова раздают. Это объедение снова раздают. Авиационная продолжается. Лирика будет чуть потом. Я тут сегодня уже говорил, что вот там Михаил Степанович Сочинюк сидит, который очень уважаемый вертолетчик. И я у него дома писал песню, я сегодня пел. Есть еще здесь один уважаемый вертолетчик, чуть-чуть помоложе, но не менее заслуженный. Ну, я скажу, умудриться убедить министра Сердюкова сохранить полк прославленный, который там ну, просто шел под нож. Ну, это не каждый может, я думаю, вообще никто не может. Это мог Дмитрий Сергеев. И вот эта песня, которую я написал, я у него дома ее писал. Это тоже вертолетная. Ласточки летают над землей. Низко, значит, снова не погода. На утюжем небо здесь полгода. Значит, полтора, я живой. Натрия умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. И если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко. Крайний или последний этот раз Бог решит, мы верим, он за нас. И, конечно, верим мы в бою той, что никогда не подводила. Кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою, ласточку пятнистую мою. Подтвердят нам трассеры расчет. Не ошибся летчик-оператор. Нынче он как в фильме «Терминатор». Все, что снизу, убирает в лед. Наш привет он тем не нашим шлет. Скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугают снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем под небом у нее. Душу винтокрылую свою вместе с нами ты не погубила. Обозвал же кто-то крокодилом ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. За спиной молотит пулемет бортовой наш парень не из робких. Обложился лентами в коробках пулеметный сам себе расчет. Бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста. Даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал. К черту живописные места. Все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурень кричит крокодилом ту, что выручает нас в бою, ласточку пятнистую мою. Да-да-ра-па-па. Гневанных богов
всю на нас обрушили свирепость. В небе, словно маленькая крепость, мы ведем огонь из всех стволов, нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем, не проходят с ней такие штучки, ты лишь надержу ее за ручки, словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою, ту, что выручала нас в бою, ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. Спасибо. Ура! Кстати, Сергей Владимирович, это у вас дома было, когда Нет, ну, товарищ генерал. Это вы рассказывали, как у вас бортовой постоянно в Афганистане ходил с этой машинкой, наматывал ленты там себе, и вот это в этой песне отразилось. Так, на всякий случай. Ладно. Опять же про вертолёт. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверно, оставит мне подарок 500 эскимо. Начитался в детстве сказок, без родительских подсказок. Я хотела летать, как Карлсон, и виражить между крыш. Да небес казалось малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка ложки, мультик врет, вряд ли вы меня поймете. Но хотелось жить в полете, и с детства вертолетик превратился в вертолет. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Вертолет. По горам, полям и весям, облака винтами месим, как малыш и Карлсон вместе. Разлучить не смогут нас, в небе жизнь совсем другая. Пусть земля меня ругает, я по воздуху шагаю, сжав ладошкой шаг газ. Торты, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем тут, там, тут, тут. И в десанте, и в пехоте мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут, а ждут. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Мальчиш плохиш из книжки, нехорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку. Вертолетик поломать не дам, и тогда я, огрызаясь, во все тяжкие пускаюсь, и за небо я хватаюсь. Каждой лопастью держусь, нам домой вернуться нужно. С вертолетиком мы дружно под огнем свой танец кружим. Он герой, я им горжусь. Вертолетик.
жизни с ним летаем, выручаем и спасаем, отдохнуть и не мечтаем. Поменялись столько мест, вдруг из детства тот волшебник прилетит и даст учебник, чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест. Прилетит на вертолете неотложно по работе, и заботясь о пилоте, детство он меня возьмет, даст пломбир, кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет. Запускай вертолет. Посадки словно знаки препинаний, устали от внеплановых заданий, здоровый сон несбыточной мечтой, и кто бы нам скомандовал отбой. Домой не успеваем, позвоню жене, скажу, что снова улетаем на север, и когда назад не знаем, а сам на юг с ребятами махну. У нас сегодня чартер на войну. Солдатики поднимутся на борт и из зимы отправятся в весну. Нас не курортный ждет аэропорт. У нас сегодня чартер на войну. Крутой глиссадой, словно камнем вниз, коллеги за бугром так не умеют. Мальчишки вмиг притихнут, побелеют. Нормально, лишь бы кто-то не раскис. У нас заход всегда здесь, как на бис. Их уведут, а привезут других. В обратный путь мы снова санитарим, мы с доктором кому-то шанс подарим. Дай бог, чтобы этот путь не стал для них дорогой намерений благих. Солдатиков на борт к нам занесут, для них теперь так много на кону. Кому-то не судьба и не спасут, будь проклят, чертов чартер на войну. Луна таблетка в блистере висит, идем ночной глиссадой к дому вместе, и при водоогне, как будто крестик, который нас спасет и сохранит. Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь, шутя мне скажет, где вас буря носит, и что за пятна на комбезе, спросит, пусть Бог простит. Но я совру ей вновь, скажу, что это кофе, а не кровь. Звонили в перерыве, это я вот, ну вот, немножко мы к военно-транспортной авиации, там в Оренбурге просили вот песню, которую сейчас пою, не только в Оренбурге, ее и здесь просили. Что насупился, Илюха? Ничего ли это дозы? Набивают снова брюхо, груз швартует технари,
носят ящики солдаты и закат акварель. Только нам не до заката, рампа Тельфер Аповиль. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажи не впервой. И Илью не испугают, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья Трутяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут. Полный борт гуманитарки, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то, полным ящиков бортом. Возвращали мы солдатов в их последний вечный дом. Улетали от печали снова в небо с головой. Где-то вновь с надежды ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья Трутяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке, у него велосипед. Распростер Илюша крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что бабахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья Трутяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбу по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде из зимы встречают борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют баклуши, как от души нальют Илюше самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть теплую принесет. Наш Илюша улыбнется нижним блистером, блеснет. Нам наградой не медали, а скорее путь домой. Руды снова в максимале, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья Трутяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Рассказывал эту историю, спасибо, но это просто показательно, действительно, когда я допел песню у нас в Беларуси, и командир авиабазы, который летает на Ил-76, сидел, командующий ВВС, он говорит, не-не-не, у нас не курят в штурманской кабине, ну, по ходу песни.
Я все время вспоминаю, когда я из Иваново летал на десантирование экспериментальное, и там экипаж был, командир экипажа был из КБ Ильюшина, а все остальные ребята из Глица. И штурман был такой пожилой, значит, вот Володя наверняка его знает, Евстафьев. Я фамилию не запомнил. Липецкий. Да, ну он просто зашел в кабину, быстренько снял ботинки, одел тапочки и закурил. Вот, ну ладно, опять про большие самолеты. Вот мы с Вадимом все время говорим, надо же что-то перед песней рассказывать. Опять же, я сегодня, у меня так позалуют несколько человек. Михаил Степанович, ты уж меня извини. Я действительно прилетал в Благовещенск, вот откуда он сегодня прилетел. И каждый раз мне не получалось залететь в Серышево. Там вот дальники стоят именно на этих самолетах. И вот крайний раз, когда я там был, именно Михаил Степанович на Еврокоптере, меня в центр города. Я летал на вертолетах, на концерты, на Кавказе, еще где-то, но чтобы вот так перед домом офицеров приземлиться, выйти. Михаил Степанович был в костюме, если он помнит. К нему сразу подошел какой-то дядечка и сказал: «Вы мэр?» «О, нет, ставите, вы губернатор?» Вот, ну ладно, это отдельная история. Вот, но тем не менее, все-таки наконец-то мне удалось спеть и дать концерт дальникам. Пройдя рулежкой на полет, на полосе корабль замрет, на исполнительном молитва, все по карте. Винты все восемь на упор, разбег, отрыв, вираж, набор, а все проблемы мы оставим там, на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз, здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад, идут на север, чтоб потом уйти за угол. И словно лидерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только нет на небе оркестровой меди. И где-то в натовских штабах шифровки строчат в попыхах. Летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Пролитый кофе обожжет, болтанка нас не бережет. Погода дрянь. И на роторе сплошь засветки. От фюзеляжа револьвером производства СССР сказали янкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей карма доложит про гостей. У плоскостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже на проломы и чуть не в блистерном крылом. Такие борзы, как правило, из Штатов. Но не изменит курса борт, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой, к любимым леди. И где-то в натовских штабах тревогу бьют, и все в бегах пришли в Атлантику. Российские медведи пришли в Атлантику, медведи. Жаль, в океане нет дороги, он для нас как сеносток. Нам отыскать в нем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх авианосец на волнах. А не найдем, то все задание без толку. И крик, я вижу, командир, вдруг разорвет не мой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал, разнузу строит и оврал. А мы так счастливы, как маленькие дети. Качет нам крыльями эскорт, пошлет доклад про русский борт. И уберутся наши летные соседи. У них штабах дадут отбой, лишь будут спорить меж собой, когда опять придут в Атлантику. Медведи придут, ой, придут в Атлантику, медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем, и семь потов сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим, а турбулентность нам повысит общий тонус. Наш самолет гудит устав, он помнит разные места. Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если б дали нам приказ, мы обязательно смогли, ведь мы умеем. И экипаж он просто смог, и пусть усталость валит с ног, но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит в сон. Не спит сегодня гарнизон, домой вернулись из Атлантики медведи пришли домой, медведи.
идут в развалочку медведи. Домой, любимые медведи, медведи, медведи. Медведи. Спасибо. Ну, чтобы не уходить далеко от бомбардировочной темы. Воздух августом расплавлен, обратился без тучи бегства. Под завязкою заправлен и подвешены все средства. И для птиц сирена воет, опустили капониры. Пахнет в воздухе войною, значит, миру не до мира. Миру явно не до мира. Ночи, видимо, до ночи. День тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль в верхах большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться, значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне, время че на всех часах. Только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить, наши судьбы на весах. Где там небеса? Нам троим адреналина добавляет неизвестность. Не жалею керосина, я облизываю местность. Где-то рядом неприятель, мне сейчас не до капризов. Включим главный выключатель, мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Но послед огнем и громом огрызается поверхность. Контингент и там не промах, повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен, кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз, на кону всего лишь жизнь, наши судьбы на весах. Где там небеса? Нам трое живы, оба не убиты, хоть по мне влупили точно. И орёт им тетя Рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки. Но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватает задержки. Прохочу его эскадрилью, даже если инвалидность, я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне,
надо верить к чудесам. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах. Где-то в небесах, где-то в небесах, где-то в небесах. Спасибо. Вадим Захаров. Давайте у Бога попросим. А там первый снег перемешан с дорожной грязью, из веток сырых там костер разгораться не хочет. Давайте вернемся, ведь я не просил вас ни разу. Давайте очнемся холодной ноябрьской ночью, и небо обрывки там ветер куда-то уносит, и кисти рябины от первых морозов застыли. И так неуютно, но все ненадолго отбросим. Давайте вернемся туда, где мы счастливы были. Спят заглушки, чехлы, ведра и
не стремянки, молоток, две пилы и с отстоем банки. Ночь, луна, тишина, лист не шелохнется, только нам не до сна. Учим руководство, только нам не до сна. Учим руководство. Судьба завалит крен, пугая случаем, а ты не бойся перемен. Бывают к лучшему, не нужно думать о плохом. В сомнениях мучиться, давай попробуем, рискнем. А вдруг получится, и если нужно сделать шаг, а шансов поровну, то это только нам решать, в какую сторону. Не будем думать о плохом. В сомнениях мучиться, давай попробуем, рискнем. И все получится, и даже может быть потом смешным покажется, как-то решиться ни на что не мог отважиться. На нашу сторону весы склоняй, не мучайся, ты только главное не... И все получится. Давай попробуем, рискнем. И все получится. Я знаю, если мы рискнем, у нас получится. Тут попросили сократить, поэтому я не разговариваю, только пою. Кто-то бросил облака, яблоко, и несет его река вдаль легка. И в ночи ни звука, ни ветерка, и луна, как в облаках, яблоко. А лето через пару дней кончится. Боже, да чего же мне хочется. И рябина на губах так горька, и луна, как в облаках, яблоко. Разбегусь и окунусь в облака,
может смоется и грусть, и тоска. Пусть несет меня река вдаль легка, и луну, как в облаках, я облака. Часто нам с тобой расставаться, и тебе одной подолгу оставаться. Когда я опять куда-то улетаю, вышла над землей мне по всей земле мотаться, покидать тебя и снова возвращаться, ожидать тебя все время заставляя. Белым, белым крестиком по небу снова мы рисуем наш маршрут, делим шар земной на был и не был, были не были. Снова вдаль зову, снова вдаль зову. Ветер странствий не всегда попутный ветер, и не только море с пальмами нам светит. Попадали мы в шторма и снегопады, знаешь, интересных очень много мест на свете. Но люблю я, помотавшись по планете, оказаться снова вдруг с тобою рядом. Белым, белым крестиком по небу снова мы рисуем наш маршрут, делим шар земной на был и не был, был и не был. Снова вдаль зову, а если к небу голову поднимешь прямо над собою в вышине белую полоску ты увидишь и, конечно, вспомнишь обо мне, вспомнишь обо мне. Крылья не растут у нас, конечно, за плечами, но мне кажется, что вовсе не случайно нам даны с тобою крылья, и замечу, крылья, сколько раз они с тобой нас разлучали, чтобы через ожидания и печали вновь и вновь нести меня к тебе навстречу. Белым, белым крестиком по небу снова мы рисуем наш маршрут, делим шар земной на был и не был, были не были. Снова вдаль зову, а если к небу голову поднимешь, где-то выше стаи голубей белую полоску ты увидишь. Это снова я лечу к тебе, я лечу к тебе.
кажется, еще вчера пилота биографию я начинал по северам советской географии. Нефтеюганский стрижевой узнали брата нашего на дым и новый Уренгой, Ноябрьск и Колпашево, Обские берега, болото и тайга кругом. Как кони-комары, ну точно не Атлантика. Зимой сугробы в рост, под 45 мороз потом. Не сможешь позабыть суровую романтику. Окажется, не так давно мы только начинали жить, гордились тем, что нам дано простор небесный бороздить. И лучше синей формы той и Богу в мире не было, и гул турбин, и рев винтов опять манили в небо нас. Кипело и цвело, а впереди вся жизнь была. Хотелось и моглось с девчонками и песнями. Казалось, не спеша, вода в реке обитекла. Казалось, 25 так далеко до пенсии. И были запахи острей, и ярче были краски там, а выше, дальше и быстрее летать лишь предстояло нам. И временем не дорожил, дней не считал беспечные, но кто же знал, что это жизнь такая быстротечная. Весной потом не сможешь позабыть сибирскую романтику. Спасибо. Еще одну минусовочку. И Коля, да. По облакам. Thank you.
рассвет едва коснулся крыш, и ты еще, наверное, спишь. Лишь иногда улыбка бродит по щекам, а в небе дождик моросит, от самолета тень скользит по облакам, по облакам. А в небе дождик моросит, от самолета тень скользит по облакам, по облакам. Я был за 3-9 земель, я пролетал через метель, но снова дань отдал далеким городам. Я так люблю лететь домой, чтоб снова встретиться с тобой по облакам, по облакам. Я так люблю лететь домой, чтоб снова встретиться с тобой по облакам, по облакам. Ходит зло, и мой маршрут по замечательным местам. И благодарен я судьбе, что вновь несет меня к тебе по облакам, по облакам. И благодарен я судьбе, что вновь несет меня к тебе по облакам, по облакам. Благодарен я судьбе, что вновь несет меня к тебе по облакам, по облакам. Очень долго, до утра, поэтому мы стараемся себя ограничивать. Все-таки еще немножко лирики. Здесь есть замечательные друзья, замечательные дамы, скажем так, которые давно-давно просят некоторые песни. А еще меня очень порадовало, я опять отвлекусь, потому что вот несмотря на то, что концерт заканчивается, а еще люди прибывают, и какие люди. Вот тут такой аппендикс, а там вице-президент Всемирной ассоциации тайского бокса, заслуженный тренер России, заслуженный тренер Владимир Степанов. А слева, ее все знают, перечислять ее заслуги, награды, я уже не говорю, что 8 раз она представлялась к званию Героя России, просто семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Владимировна Копанина. И замечательные дети там, Есения и Пересвет, которые уже сегодня, одна летает с мамой, другой продолжает папу, так что уже чемпионствует там вот в таком возрасте, вот в своем возрасте. Я думаю, они
ну, простите мне грубое слово, переплюнуть своих родителей. Дай бог им действительно вот этого всего. Ребята, вы молодцы, вы воспитываете то поколение, которое необходимо, которое нужно, и вам спасибо, вы наши. Шпаргалку посмотреть, холодные закуски, борщ московский. Здесь не читать. Хорошо, что ты есть на свете, даже если не рядом, а где-то, но мы вместе на этой планете. Это значит, что снова лето, и насвистло челёд растаял, и осколки его уплыли, а я в церкви свечу поставил, чтобы беды тебя обходили. И зима мне только приснилась, снега нет, он в России и в Польше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, не больше. А глаза твои вряд ли заметят, что они мне всего дороже. Хорошо, что ты есть на свете, вот бы только хранил тебя Боже. Вот бы только ты чуть улыбнулась, странно, случится вдруг это, и чуть-чуть, на мой взгляд, встрепенулось. Значит, лето опять, значит, лето. И зима мне только приснилась, снега нет, он в России больше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, не больше. Снега нет, он в России и в Польше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, не больше. Спасибо. Михаил Степанович, я тебя уже сколько раз сегодня вспоминал, и опять ты уже звени, вот, ну, казалось бы, чем может быть эта песня связана с известным вертолетчиком? Там вот Польша и Россия, это между ними Белоруссия. Когда однажды Михаил Степанович меня вывозил в Китай, у него, по-моему, там окно для пастора Шлага, китайских пограничников очень удивил мой белорусский паспорт. Они там, ну, я понимаю, что белорусы летают через Шанхай, Пекин, и там это не вызывает удивления, но напротив Благовещенска есть китайская деревня Хайхэ, ну, или хуторок, там население около миллиона, поэтому по китайским меркам это, ну, деревня, допустим. И белорусы там, наверное, редко ходят. И меня так, бах, пограничник, ну, меня там по инстанциям, в конце концов, самый большой пограничник спрашивает: «Беларусь, это где?» Я говорю: «Россию-то знаете? А вот она, да, а Польшу? Она там, вот между ними». Я еще так с обидой ему сказал: «А у нас по телевизору в Беларуси говорят, что Китай – это наш стратегический партнер». Ира, до свидания. И до свидания, генерал. Спасибо, Вячеслав Макарович. Заслуженный летчик России. Вячеслав Макарович Оленин. Опять же, женские заказы совершенно порой неожиданные. Песня называется «БЛБ». Странная такая аббревиатура, наверное, несколько, но... Она и на диске в будущем также и будет. Но, в принципе, я все время поясняю. «Бизнес Леди Блюз». Ну, как есть. Просили дамы почему-то. Ее разбудит кошка на рассвете. Остатки сновидения смоет душ. На завтрак легкий йогурт по диете. И быстренько помада, пудра, тушь. Посуду бьют за стенкой соседи. С утра привычно ссорятся, шумя. Из-за зеркала посмотрит бизнес-леди.
ей кошка на прощание скажет мяу. И кошка на прощание скажет мяу. Та-да-да-та-да-пам. Та-да-да-да-да-дам. 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 Работа, офис, шум, переговоры, завистливые взгляды хуже пули. Но тикают часы, погаснут споры, день за спиной, и ей пора за руль. Она неплохо ездит на машине, вот только где запаска не найдет. Да, впрочем, есть для этого мужчины, а дома ее только кошка ждет. И дома одиноко кошка ждет. Та-да-да-да-да-там. Та-да-да-да-да-там. Та-д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 а
вам историк, как способ вечер как-нибудь убить. Не очень верит в эти все love story и в песню, что любовь нельзя купить. В шкафу висят оружием наряды, она их может на ночь полистать. А кошка скажет «мур» и лежит рядом, мол, день прошел, пора хозяйка спать. Ночь за окном, пора хозяйка спать. Секунды превращаются в недели, и жизнь напоминает бизнес-план. Расставлены приоритетно цели, и если что, то маленький обман. Она без сожаления позволяет, ведь глупо доверять судьбе. Идет по жизни, будто погуляет, как кошка, что сама и по себе. Как кошка, что сама и по себе. Зигзаги в личной жизни и карьере когда-нибудь пройдут и сразу в танке. Ну а пока в своем стеклянном замке она одна, и кошка в интерьере одна, и только кошка в интерьере. Специально для публики. Простите меня, господи. Так, ну у нас мы уже где-то на третьем развороте, поэтому будем закругляться. Еще одна такая женская песня. Я летчик. Красивая форма лампасного боя. И кажется, кто-то порой. Я летчик. И звук от турбин на земле лучший звук. А мой самолет — это мой верный друг. Я летчик. Не хочется в небе бездонным летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик. Ни черту, а небо я душу продал, мне кажется, от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. По
спокойно по нестероводням петлил, сверну от души, там вираж, бочка, горка, я летчик. Пускай перегрузка предавит, терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже и давит на сердце мне несколько же. Я летчик. Комбез весь потом можно просто отжать. И кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова, я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Спокойно по нестероводням петлю, сверну от души, там вираж, почка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. По нити глиссада иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик. Квартиры своей у меня просто нет. Общага мой дом, общий душ, туалет. Я летчик. И снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть и поднялся на лед. Я летчик. Земли меня часто хотят привязать, но летчик обязан, он должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного нестерова в нем петлю, сверну до души, там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Но только когда не по ней, а над нею. Но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Так, мы будем считать, что у нас уже четвертый разворот. И скоро где-то в один тут уже, я думаю, скоро я вот вытащу сюда. Как обычно, вылет срочный. Знать, прижали наших точно. Мы летаем денно-ночно на свой вечный риск и страх. На нашу планшете метку, там в квадрате, словно в клетке, задыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача, вытащу бы нам удачи. Мы торопимся иначе, там поляжет целый взвод. Запускаясь без газовки, техник в старенькой спецовке хлопнет борт по законцовке. Два грача идут на взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди гор искал виражем, эй, браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке. Ничего себе разборки, но ведомый, не зевай. Эй, внизу, держись, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля в эфир орет. До ворот бросаю фомбы, и на выводе не слабо. Словно я попал в ухабы, заболтала самолет. Трассира как паутина, маневрирую активно, живописная картина. Как собраться в агрочи, прилетели, выручаем. С огоньком нас здесь встречают, но земля не отвечает. Ну, разведка, не молчи, я кручусь и кувыркаюсь. В сотый раз я зарекаюсь, по прилету увольняюсь. Чтоб не я 200-й груз, нахрена пошел я в качу. Вот Ульяновск, все иначе, был бы дом, машина, дача. И водил бы я арбуз.
грач, бедняга изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары, чудеса еще бывают. Я живой, хоть попадает под глаза, мне разъедает. Нет спасения от шары. Горячо, а не просто жарко, отправляю вниз подарки. Удержать попробую марку под свинцовым кипятком. ВПО, как пушка танка, грохот выстрелов болтанка. Я как мышь в консервной банке, пока тормоком. Не попасть бы нынче в сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке израсходован БК, имитирую атаки. Выходить пора из драки, ведь почти сухие баки и потрепанный бока. Мне похоже, как морозом, грач устало клюнул носом. Значит, весь я под вопросом, самолет мой просто в хлам. Но живая машина дышит, словно держит кто-то свыше. И в наушнике я слышу летуны. Спасибо вам. На обратном довернули, позади снаряды пули. Уравнение обернули, держит в воздухе грача. Борт летит на честном слове, а из носа капли крови. Знать в санчасти, на здоровье получу от врача. Дальний, ближний, вот бетонка, парашют махлопнет звонко. За рулю уйду в сторонку, и меня не тормошить. Где-то в бой, но это где-то, а вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята, будем жить. Будем жить. Спасибо, дорогие ребята. Спасибо, дорогие друзья, что пришли. Вадим Захаров, это Николай Анисимов. Обязательно еще встретимся, пока еще споем. Много есть причин на свете, да просто потому, что мы живем. Да просто потому, что солнце светит. Давайте будем счастливы всегда, в любой момент и в каждое мгновение. И радость разольется, как вода, и небо нам подарит вдохновение. Счастливы всегда, в любой момент и в каждое мгновение. И радость разольется, как вода,
и небо нам подарит вдохновенье. Давайте будем счастливы всегда. Давайте будем счастливы всегда. Спасибо, дорогие друзья. До новых встреч. Спасибо тем, кто нас смотрел в интернете. Мы знаем это до Камчатки. Как говорил герой Леонида Быкова в известнейшем фильме «Маэстро», будем жить. Спасибо. Спасибо.